Bye. Всем привет, дорогие друзья! И сегодня наша холодная зима, которая наконец-то наступила, к счастью для кого-то или для кого-то в огорчение, но не суть важна, тем не менее она есть, и сейчас очень холодно, и поэтому я хочу поделиться с вами кусочком нашего лета, нашей поездки из Узбекистана. Мы вот недавно просматривали альбом и решили, что у нас еще есть много материала, которого можно будет показать вам. Так что всем желаю приятного просмотра! Чиноре это старый город в городе Наваи, и здесь вообще замечательное место, мы очень красиво. Пришли поесть плов, да, сейчас мы вам покажем еще. Вот такой привезли нам плов. Принесли. Да, принесли. Ну, реально вкусно. Да, попробуем. О, с чесночком еще. Да. Мне чеснок не надо. Ну, короче, здесь нам с тобой вдвоем чеснок. Мелан тоже. С луком здесь у нас лепешка и по стандарту зеленый чай. Смотрите, это маленький петушек. Вот я и говорю, они у меня уже, знаешь, ой, другая собачка. С того лета начались. А я сейчас подойду. Я уже год. Они меня Алина, не надо. Да не, не сыпь. Алина, не надо. Да не надо, не надо. Пошли, пошли, пошли. К собаке вон кто. Я думала, ты скажешь, чтобы я не упала, а ты телефон, говоришь, не уронил. Ты его вышвырнешь и руками зацепишься. Вот так мы отдыхаем в Узбекистане. Салам, салам. Да, всем салам. На Топчане такие деревья. Красота. Здесь у нас вот ручеек. На мостике мы персональном. Здесь у нас еще фонтан. Да, он его включает вечером. Здесь люди тоже отдыхают на Топчане. Пошли. А вон, наверное, холодильник с мороженым. Мы идем сейчас за мороженым. Да. Мороженое. Какое возьму? Что-то так наелась, и по идее вообще не хочу сейчас. Надо хотя бы маленькое охладиться. Давай маленькое возьмем, вот такое. Нифига себе маленькое, вот это маленькое. Нет, это слишком маленькое. Это слишком маленькое. Вот это маленькое. А это не маленькое. Давай маленькое тебе возьмем. Давай вот это возьмем. А им сразу денежку надо? А денежку вам сразу надо, здрасте? Счет, ага, вот два, там мы на Топчане сидим. Здесь у нас что? У нас еще здесь вот охлаждение идет по трубкам. Воздух подают с водичкой. Ох, прохладно. Идем вон там, пройдемся, заснимем. До меня не дошло, прикинь. Не дошло? Маленькая. Ну что ж ты такая маленькая? Там, правда, люди сидят. Ну, сейчас мы одну беседку покажем. Здесь столики. Ну, там нету. Вот там. Здесь тоже вечером все сидят. Нам понравились, конечно, вот такие беседки. Как в оазисе. Такие здесь идут мостики. И вот такая беседка.
Вот с такой крыши красивой. Вот здесь сидеть, вот так отдыхать. Здесь еще одна есть вот такой формы. Тоже с такой крышей. Это уже топчан круглый. Все. Все очень красиво, в камушках. Есть еще вот этот домик. Ну там не знаю, что там, наверное, не сидят. В Улистан все фоткаются. Самое мечтое место. Но это лучше, что... Всем привет! Привет! Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Мы, короче, решили пойти сегодня на озеро. Мы все так же в Узбекистане. Здесь жара просто неимоверная. Очень жарко. Но это нас радует, потому что мы за этим и приехали. Вот. Сейчас покажем вам озеро. Мы его уже один раз сами видели. После приезда, имею в виду. Вот, сейчас покажем его вам. Наконец-то! Я никогда не думала, что буду рада нашему озеру. Да, сейчас мы постелимся. Вот такая у нас водичка. Да, воду поближе. Да, сейчас я сниму, пойду. Вот такая водичка у нас. Теплая-теплая вода, вообще теплая. Стандартный наш вид. В общем, все супер. Вон там вот тоже компания русских, русскоязычных отдыхает. Мы вот здесь подальше. Там вот тоже мужчины отдыхают, женщины. До этого мы сейчас, когда только шли, там тоже две женщины шли. Короче, люди отдыхают, плавают. Самый смак. И мы пошли, все. Пляжный сезон удался. Классно. Сейчас лежим, загораем. Офигенно. Покупались от души. Сейчас загораем. Нам он очень нравится и хотим вам показать, что мы купили. Сумма у нас 50 тысяч сум. Это где-то 350 рублей на российские. Так, начну с яиц. Мы взяли вот такую вот филейку. Мы теперь берем только по 30 штук. Сейчас одно яичко у нас сюда вот. Вернем его на место. Очень удобно, очень выгодно по сравнению даже с ценами на базаре, ну, на рынке привычный для россиян будет так. Это очень выгодная цена, и нам очень нравится этот супермаркет. Я могу говорить о нем постоянно. Прекрасный обслуживающий персонал, очень чистый магазин. Так, здесь у нас еще идут два сырочка, мы взяли вот таких. Дальше мы взяли... печеньки, это овсяные печенья в шоколаде. Дальше у нас идут вот такие печенья, у них тоже внутри шоколад.
Дальше мы взяли бутылочку масла. Сырок взяли вот такой вот копченый. Очень вкусный сыр. Он именно не соленый, не сладкий. Очень приятный на вкус. Просто суперский сыр. И соль. Вот это все мы взяли на сумму 50 тысяч. Яйца, конечно, здесь выигрывают. Нам еще всегда дают бесплатно пакеты вот такие. Они абсолютно бесплатно. Мы пошли не в час пик, поэтому уже парня, который стоит там возле кассы, собирает все это сам в пакеты и ручечками поворачивает в нашу сторону уже не было, так как он работает только с 8 до 8, когда идет самый час пик покупателей. Всем большой привет с солнечного Узбекистана. Мы сейчас гуляем, сейчас пойдем покушаем шашлычка вкуснейшего. Мы сейчас ходили на базар, гуляли. Все то, что говорят, что цены подорожали, это все ложь, потому что они говорят, что подорожало на нереальные суммы, но это абсолютно не так. Да, подорожало приблизительно на 20-30 тысяч. Но за наличку они делают отличные скидки, в отличие от России. Там цена какая стоит, там хоть наличка уже, что бы ни было, они уже не сделают такой скидки. Я вот прикупила себе платьюшко, платье турецкое, и оно обошлось нам на российские 1150 рублей, что, ну, давайте будем откровенны. Во-первых, в России на турецкие вещи таких цен никогда не было и не будет, я так думаю, потому что у них сейчас вообще там конфликт. Ну ладно, это уже политическая часть, мы не об этом. О том, что здесь можно купить очень хорошие, качественные вещи, которые будут дольше носиться, чем обычные, и за приемлемую сумму. Но для россиян это вообще копейки. Так что мы очень довольны, наслаждаемся солнышком, жаримся. Мы сегодня смотрели прогноз погоды. В Москве сегодня плюс 18, ну а у нас, как обычно, плюс 36 и выше даже, 39. Вот так вот. Вот такое у меня платьишко здесь, у меня такие воланчики. Так. До скорых встреч! В общем, ничего не будет слышно, я уверена. Но нам принесли шашлык уже, мы взяли по бокальчику пива. И мы забыли все это сфотографировать, поэтому мы уже половину съели. Ну, я засниму все то, что у нас осталось. Это шашлычок сам вкусный, к нему лучок идет. Мы себе взяли косточки еще, обалденные, ну, лепешка по стандарту и два бокальчика пива. Вот такой у нас здесь обед. Очень вкусно. Всем привет! Привет! Мы гуляем возле Фархада. Ой, что-то здесь... Погода классная, все нам нравится. Сейчас идем, покажем вам немножечко Фархад, что здесь изменилось, что новенького. Ну так гуляем.
на канатной дороге. Очень страшно не кататься на канатной дороге. Все нормально. Ну да. Под нами вот такая. Ладно, не буду показывать. Вот медленно, спокойненько, видишь, едем. Наслаждаемся такой красотой. Дети вон маленькие едут. Ну да. Моя лошадка. Там Антона лошадка. Там Сухров на лошадке. У нас три лошади. Моя вообще красотка, белая, шустренькая лошадь.